Всем привет, дорогие друзья! С вами, как обычно, Паша Влейзин для Хотел. И сегодня мы играем в игрушку Бонзой Амгейта опять онлайн с рубрикой «Эксперименты». Всем здорово, чуваки! Болтята, сегодня в серии мы для вас собрали только самых страшных и очень опасных монстров, которых вы писали в комментариях. Сегодня в серии мы протестируем монстров SCP, монстров Тревора Хендерсона, а также монстров из различных видеоигр. И сегодня мы посмотрим, какой же из этих монстров сможет забраться на самую высокую ступеньку. Потому что именно на этом эксперименте у нас есть зеленый, желтый, синий, красный и самый высокий фиолетовый уровень. Так что будет интересно, какой же из этих монстров сможет забраться на самую высокую ступеньку. Так что, друг, смотри этот ролик до конца. Я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита. Ну а мы... Подожди-ка, мне кажется, вот кое-что вот такое важное забыли все же. Так, ну, блин, пожелал приятного аппетита, приятного просмотра. Так, а вот... А, точно, есть такая кнопочка, вот там это, внизу под роликом, ее надо вроде как нажать. Ну, как она называлась? Я вот совсем забыл. Блин, ё-моё, там же вот была кнопочка, если ты на нее нажмешь, то ролик как бы продолжится. Кстати, друг, это если ты помнишь, что за кнопка, нажми на нее, пожалуйста. Как она вот называлась? Точно, лайк, ё-моё, лайк, господи, вылетел из головы, друг, пожалуйста, поставь лайк под этот ролик. Все, вроде все сказал, короче, я вам желаю приятного просмотра, приятного аппетита, но мы начинаем! Да, мы уже готовы начинать нашу рубрику, когда уже тестируют всех этих опасных монстров. Илёха, ты вообще готов к тесту монстров или что там уже? Я готов по полной. Ну тогда давай сначала определимся, кто какую коллекцию будет тестировать. Правую давай. И же левую. И определяемся мы на Каминус Мага. И, ребят, открываем наш чатик. И сейчас я тебе вот 100% давай, просто проверим. Выиграю. Так, ну давай. Так, что я написал? Раз, два и три. Пау! Ножницы! Ладно, ножницы. Хорошо, давай еще раз. Вот сейчас 100%. Давай, ты проиграешь. Да, это ты проиграешь. Вот видишь, даже пальцем на тебе покажу. Так, вот, все. Ребят, я написал. Раз, два и три. Пау! Опа! Ножницы! Ножницы у меня. Ладно, хорошо, ребята. Я беговые они. Да, хорошие ножницы. Самые лучшие, китайские. Так, ладно, ребят, давайте. Третий раунд. Вот сейчас я тебе по-любому выиграю. Так, ладно, ребят, я... оставляю мою тактику. Давай. Ладно, давай. Раз, два и три. Пау! Успей поставить лайк за 3 секунды, иначе ты будешь шмудей. Раз, два и три. Стоп! Если ты успел поставить лайк, то ты волчонок и ты красавчик. А если не успел, то быстрее ставь лайк, быстрее. Ну я, блин, тебе помогать. Давай. Ставь лайк, а то будешь шмуней реально. Все, поставь лайк. Молодец. Ты не шмуня, ты реальный волчонок. Камень! Опа. А я бумага. Я выиграл. А ты обманул, что оставляешь тактику. Ну, вот и про... Это была моя тактика. И все, ребят, я сегодня... Какая? Обманная. Ну, обманная тактика. Короче, ребят, я буду выбирать сегодня сторону тачек, которую я буду тестировать. Так, правая, красная коллекция. Чего так тачки? И давай. Левая. Лево, право. Я не знаю. Сейчас, ребят, давайте посмотрим. Так, тут у нас... так, непонятный какой-то медведь. Так, тут у нас такая пирамида головы. Так, блин, ребята, что бы выбрать? Ладно, короче, ребят, давайте выберем красную коллекцию. То есть вот эту правую коллекцию персонажей, потому красную, что мне кажется... Давай. Ну да, мне кажется, что тут монстры как-то такие посильнее, пострашнее, и тем более, ребята... Стоп, а это кто такой? Так, что-то красный какой-то непонятный чувак. Кто такой? Стоп, да я не знаю, блин. Слушайте, ребят, а давайте вот проведем тест на знание игр. Ребят, давайте напишите в комментариях, вот кто это вообще такой? Что это за красный персонаж какой-то? О, руки у него тут какие-то есть. Это колобок. Реально колобок какой-то. Ребят, ну помогите нам в комментариях. Напишите название этого монстра. Или же персонажа, или это вообще не монстр. Короче, ребят, напишите в комментариях название этого персонажа. Но, а мы с Лёхой будем тестировать же первых персонажей. Это, ребята, монстры-аниматроники. Ну что, ребята, вот мы уже переоделись в наших жутких аниматроников. И, Лёха, ты вообще готов тестировать их или что? Я готов по полной. Давай, раз,
два, три, побежали. Я заберусь по львам на фиолетовую. Стартуем. О, кстати, они довольно-таки быстрые, ребята, вы посмотрите. А, стоп, а что у тебя? Реально быстрее. Да, а что у тебя быстрее? Нет, я буду быстрее. Я так, буду ребята, первым. Да, это я буду первым. Так, ребята, давайте газуем. Опа. Быстрее. У меня как раз. Ну, погоди, заяц. У меня есть крюк, я тебе сейчас это, короче, уничтожим. Так, иди сюда. Давай, уничтожитель. Да, ща уничтожу. Блин, ребята, аниматроники, это реально очень страшные какие-то. Ай, ты что, монстр? Так, иди сюда, бам, тебе крюком, на. Мазила. Давай, да какое мазила, я попал. Так, ребята, давайте вот так. На тебе. Бам. Ты что, иди сюда, вот так, да. Хватит, так, ребята, пока. Сейчас. Да какое пока, так иди сюда, так все, я тебя уничтожу. Так, ребята, давайте быстрее бежим. Так, ну-ка, ой. Что за фигня? Да привет. Так все, ребят, давайте быстрее бежим. У меня сломалась нога, кажется. Я не знаю, вообще что-то. Ой. В смысле, что за фигня? Да что за фигня, ребят, у них? Так, я не понял, у них что, костыли отказали или что? Что за бред, ребят? Костыли отказали. Я не знаю. Чё? Так, ребят, да они... Да ломается, ногу не может откинуть. Стоп, они как будто сломаны, ребят. Чё? Стоп, они реально сломаны, ребят, вы посмотрите. Так, ну давай, я сейчас заберу. Куда? В смысле, ребят, у них реально как будто замыкание. Почти. Так, сейчас заберу, сейчас. Вот, наполовину залез. Вставай! Ну! Ребят, он не может встать. Он не может встать, давай, Алёша, Так, ребят, чё за фигня? Я помогу. Не помогай мне, так, ребят, давайте, оба, собираемся, ну, давай. Не получается. Что, как? Короче, я тут, походу, буду. Так, опять, нет, я буду стараться, давайте, оба. Да, блин, ребят, не получается. А, зашибись, он теперь балон. Он не может встать, да ты издеваешься. Короче, это я стою с Лёхой на 12-й ступеньке. Наши аниматроники реально какие-то сломанные или багнутые. Что-то непонятное, да, короче. Да. Ну и, ребят, давайте перейдемся к нашим следующим персонажам. Следующие на сегодня монстры. Это, ребята, что-то непонятная какая-то фигня. У меня вообще пакет с молоком, у которого ноги. У тебя вообще пирамида головы. Это самый опасный вообще сиреноголовый, который я знаю, ребята. У меня даже это... глаз нету. Это жестко. Так, ребят, ну, я напоминаю, также пишите в комментариях, вот, что это за красный чудик? Вот, ребят, вот реально, тест на знание игр. Вот, посмотрим, как вы хорошо вообще знаете игры. Потому что, ребят, ну, мне кажется, многие из вас просто не знают, вот, что это за красный чудик. Похож, не знаю, реально, на колобка какого-то, Ну, ладно, Лёха, раз, два, три, побежали, вау! Let's go! Ребята, я просто умею прыгать, получается. Я тоже умею прыгать. Ну ладно, ребят, посмотрим, кто вообще выше заберется, потому что, давай, ребят... Давай, я выше! Да уходящее молоко выше 100 пудов заберется. У меня ноги большие. Ну, конечно, длинные. Я, ребят, заберусь на фиолетовый уровень, это 100 пудов просто. А ты не знаешь, я на черно-желтый. На черно... У нас такого нету, слушай. Я такого уровня у нас, к сожалению, нету. Ну, ребят, мне кажется, я сегодня просто Лёху уничтожу. Так, ребят, давайте быстрее, понимаете? Конечно, эта фигулька летать даже умеет. Нет, ты реально, стой, ты... Ребят, я совсем забыл, он же реально умеет летать. Я умею летать. Нет, давай эту пирамиду свою выключай. Все, давайте ломаем пирамиду. Блин, ребят, это капец. Лёха, вот, ребят, кто не знал, пирамида головы, он умеет летать, получается, и Лёха реально улетел. Вот, смотрите, там черное пятнышко такое летит уже. Я ворона! Стоп, ты... Что? Какая ворона? Ты чё? Нет, слушай, мне кажется, реально на фиолетовый уровень сейчас заберешься и... Да, блин, на изя. Не, ребята, я тоже хочу как бы на фиолетовый уровень. Какое, Стопэ, молодой человек. Опа! Дайте... Я тут. Ты уже на... Да ладно, нет, стоп, я... Ступенька номер 40. Реально, ребят, стоп, давайте даже подлетим, сейчас посмотрим, так, ну-ка. Реально, ребят, вы посмотрите, 40-й уровень, это капец, а я, ребят, только еще на 7-м уровне, вы издеваетесь, это капец, ребят, это просто какой-то капец. Давай, ты сможешь. Ну, ладно, я не знаю просто, на какой я смогу забраться, но надеюсь, хотя бы, на красный уровень, да, точно я смогу забраться, так, ну-ка, оба, и... О. Опа, не упал. Да не упал. Сейчас, может, даже на фиолетовую заберусь. Кто его знает? Так, ну-ка, давай. 27-я. Так, пожалуйста, 28-я. Давай, нормально. Чунга-чанга, прыгай высоко. Слышь ты, Чунга-чанга, я вообще-то... Я пакет с молоком ходящий, который заберется на 30... Ты так давай на 31-й, ну... О, предел. Блин, ребята, это реально предел. Почему 31-я ступенька такая жесткая, ну... Ай, блин, ребята, ладно. Я остаюсь на 30-й ступеньке, Лёха остается на 40-й. И, ребят, давайте найдем уже наших следующих монстров. Ну что, ребята, следующих монстров мы уже взяли. У меня, ребята, это старый детектив, а у Лёхи это улыбающийся человек. О, нифига, он быстрый. А, в смысле? А я медленно. Я просто медленно бегаю. Но, ребят, зато давай, я умею старичок. Прыгать. Ладно, погнали, ребят. Сейчас я своими когтями большими уничтожу. Кого? Такими... На тебе, тресну полбыча. Слышь ты, давай сейчас, ребят. Так, у меня есть еще прыжочек. Я буду его использовать, как бы забираться, а ты... У меня так... тоже прыжочек есть. Да, сейчас я на тебя прыгну. Вау, бай.
Ой, тихо, ё-моё, ребят, немножко слился. Да, да, ща я тебя унесу. Так, ребят, давайте Лёху побьём. Флэшем не победить. Да, в смысле, флэшем победить нафиг все когтями, бам. Зафигачу просто, да. Блин, ребята, Лёха вот быстро бегает, но зато я умею прыгать, и мне это по-любому вот, вот повезет. Вот, и все, я заберусь выше. Так, ребят, давайте быстрее поднимаемся. Давай, выше, выше. Выше крыши не залезешь. Да, да, выше крыши, конечно, залезу. Так, ребят, давайте, блин, а вот, кстати, знаешь, что я вот задумался, а что вообще старый детектив умеет делать? Он же, ну, получается, считается умеет как... Умеет прыгать. SCP, ну, он умеет прыгать, да, но... В принципе, по истории, он, что? Он, наверное, ловит преступника. Ловит преступника. Кстати, ребят, если кто знает историю этого старого детектива, можете ее написать в комментариях. Будет очень интересно почитать. Потому что я вот, например, не знаю, что вообще делает старый детектив. Может, он кого-то убивает. Или там, не знаю, преступников как бы сажает в тюрьму. Или еще что-то такое. Нет, это супергерой. Супер... Нет, это монстр. Я тоже знаю, что это монстр. Ладно, ребят, давайте забираемся еще выше на 16-ю ступеньку. И сейчас заберемся уже на 20-ю. 23-я ступенька, есть так. А, Лёха, ты там... Лёха, так ты где? Так я на 20-й застрял. А, серьёзно? Стоп, реально, что ли? Так, ребят, давайте посмотрим и... О, реально, смотрите, улыбающийся человек остался на 20-й ступеньке. Ладно, ребят, а я поехал дальше уже на 24-й. Сейчас буду уже на... Давай проверим. 5-й, так давай, оба. Ну, а 25-й тоже хорошо. Так, ну-ка, ребят, давайте 26-ю. Смогу или не смогу? Так, ну-ка, 26-я и... Так, ребят, ну-ка, 26-я, уже проблемки есть. Так, ну-ка, что давай. Проблемы? Я не могу, в смысле? Блин, ребят, я реально не могу забраться на 26-ю ступеньку. Походу, все, предел. Ну да, ну хотя бы красная ступенька, это уже хорошо, ребят. 25-й уровень у старого детектива, у улыбающегося человека 20-я ступенька. И давайте, ребят, перейдем уже к следующим монстрам. Так, ребята, мы взяли уже наших следующих монстров, и это, ребят, непонятные колобки. Реально, смотри, они даже одинаковые, только я чуть немножко больше и... Ну, это я больше. А, ну хотя... Ну, блин, у тебя такие... Что это у тебя вообще такое? Я не пойму, это шляпа щупу... новая. Шляпа? Нифига себе шляпа. Ладно, короче, ребят, если что там, пишите в комментариях название этих монстров непонятных. Это вообще что? Это реально какие-то красный колобок и желтый колобок, только со шляпой непонятно. Ладно, раз, два, три, побежали, ребята. Все, давайте, let's go и... В смысле, а я не могу прыгать, я могу прыгать! Ну, блин, ребята, о, стоп, у меня что-то в руках, это... О, ребят, у меня оружие есть! Эй, иди сюда, я буду стрелять по тебе, бам! Готовлюсь, оружие! Реально оружие, так, ребят, ну, слушайте, у нас есть оружие, но, может, это какая-то подсказка, ребята, они оружейники! Слушай, оружейники! Реально, оружейники, бам! Бамщик, тебе пристрелили, так чего у меня еще? Это преступники. Да, преступники, реально. Грабители банка. Уничтожу. О, кстати, у меня есть вот эта штука. На тебе, вот так, бам, и уничтожу. Слушай, а я смогу тебе так скинуть, например? Не так, можешь, ребят, скинуть. Бам, ой. Нифига. Ребят, слушайте, Лёх, ну слушай, мне кажется, ты не заберешься сегодня. Нет, не заберешься. Эй, сказал, не заберешься, нет. Стой. Нет, не заберешься на ступеньку выше. Ребят, нет, стоп. А я заберусь, Не заберешься. Так, ребят, давайте, опа-бам. Да, блин, не попадает. Так, ладно, сейчас, ты не заберешься. Ты у меня, так, ребят, давайте на опережение бежим на 10-ю ступеньку. Я буду прыгать все время. Нет, стой, куда прыгать? Так, не, ребят, давайте, опа, не дадим, опа. Блин, ребят, я не понимаю. Победа, да. Я упрыгал. Блин, ребят, могли бы хорошую тактику придумать, взять и просто Лёхе не давать забраться на ступеньки. Ну, ладно, ребята, он умеет прыгать. А вот и все. Повезло тебе. Так, а я, ребят, дальше, ну-ка, давай, собирайся и... Куда? Я уперся. В смысле? Давай, ну поднимайся, ну ты чё, Я на 12-й ступеньке. Я на 12-й, куда ну? Ребят, я с аниматрониками застрял. Просто офигенно, блин, ну... ладно, Лёха, ты учёк, но тебе не повезло, я уже на 21-й ступеньке. Нифига, ребят, реально, смотрите, 21-я ступенька, ну-ка, а сможешь ли ты выше забраться, мне интересно, ну-ка, на 20... Да, вот. Да, смотри, да, блин, раз, два, ну-ка, три, ну-ка, давай, оба. И бам, реально, смотрите, сейчас на красный это уровень заберу. Это потому что эта коротышка может куда угодно запрыгнуть. Ну, это да, это жестко. А, стоп, ты что, не можешь, в смысле? Не могу. О, я думал, ты ноги сможешь. Ноги короткие. Ладно, ребят, да, все же коротышка это остается на 25-й ступеньке. Так же, ребят, как и получается старый детектив. И, ребят, давайте же перейдем к следующим персонажам. Волчата, следующих персонажей вы по-любому узнаете, потому что они были в наших историях. Это просто капец, ребят, самые страшные персонажи. У меня, ребят, это клоун, а у Лёхи это страшная девушка какая-то, блин, на куриных лапах, короче. Но, Лёха, раз, два, три, побежали, все, ребята. Погнали. Посмотрим, насколько высоко они...
Ты куда побежал? Ты куда побежал? В смысле, о чем я постоял на месте? Я не знаю, я просто офигел, как ты так стартанул. Нифига себе, ты, блин, быстрый. Да, аж быстро, смотри. Офигеть, реально, ребят, куриные лапы делают свое дело. Офигенно. Так, ну я, ребят, все равно заберусь выше, это 100%. Давай проверим. У меня жуткий клоун, ребят, самый опасный, самый очень страшный клоун в мире. Если вы его увидите, то лучше бегите. Так, ладно, ребят, давайте быстрее забираемся и даже тебя мачете, бам! Я поехал. Сейчас твои эти, как бы, куриные ножки, да, отрублю и пожарю, сделаю из них это, как бы, это... На ногой тебя! Ты чё, офигел? Так я сейчас из себя наггетс сделаю, иди сюда, ты чё? Так, ребят, давайте бежим! Пока, Паша! Так, куда пока, иди сюда! О, господи, как же тяжело бежать, так и пока! О, а ты можешь дальше забраться или чё? Ова! Ты как, смотри? На изи! Ладно, ребята, куриные лапы а сюда. А вот это не изи. Ой, вот удачи, все, ребят, давайте все, пока. Мне вот кусок башки залезает пока, вверх. Пока, все, давай, удачи. Так, а я, ребята, еще дальше забираю. Так, ну-ка, на 16-й так. По-любому я забираю. Так, ну давай, картошка и... Ну все, ребята, я не могу. Да как? Ну почему? Ну, я думал, сейчас на 16, на 17, там, а я дальше не могу, ребят, забраться. Ну, ладно, ребята, клоун остается на 15 ступеньке. Страшная девушка остается, ребят, у нас на 13 ступеньке. И, ребят, давайте же перейдем к нашим последним SCP-персонажам. Ну что, ребята, самые страшные монстры SCP уже готовы тестироваться на лестнице. И, Леха, ты готов? Да. Давай, раз, два, три, побежали. Реально, кстати. О, ты быстрый. Да, блин, ребята, это капец какой-то. Почему у Лехи сегодня какие-то флеши персонажи, блин, реально, которые быстро бегают. Да, реально, супер быстрые. Высоко прыгают. Блин, ну все же, ребята, коллекция Лехи сегодня реально как будто получилась лучше. Кстати, можешь мне написать комментарий. А ты сам выбирал. Ну, блин, а я думал, ну я посмотрел такой, типа, красного цвета много, типа, красный цвет такой. Думаю, ну, дай-ка возьму этих персонажей. Тем более, блин, твои как-то не очень выглядели. Ну, ладно, ребят, давайте... Офигенно выглядели! Да, фигово! Ладно, ребят, давайте заберемся сейчас на 20-й, на 30-й ступеньку и посмотрим... Я на 40-ю! Дальше, да, конечно, на 40-ю. Я... Хотя, блин, я бы тоже на 40-ю хотел бы. Так, ладно, ребят, давайте забираемся! Вау! Офигеть, блин, они реально... Мега прыжок! Давай, прыгай! Они реально, ребят, высоко прыгают, и поэтому, мне кажется, заберут на 40-ю ступеньку! 24-й, давай! Я думал на 24-й забирать. Так, ща я тебя обгоню. Давай, пока. Так, 25-й, ребят. О, мы как раз таки перегоняем вот этих штук. Кстати, можете написать в комментариях, вот кто это такой, ребят. Я не знаю, блин, какой-то реально. То ли пряник, то ли колобок, то ли какая-то фигня, короче. Зефирка! Ну, ребят, да, зефирка. Куда? Ты, зефирка, куда упрыгла? Без меня. Так, ребят, давайте забираемся. Сейчас Леху мы догоним краски. Краски у меня скромник. Сейчас я тебя уничтожу. Так, ребят, давайте забираемся. Ой, я в смысле? Нет. Ну, 30-я ступень. У меня предела по-любому не будет. Я заберусь. Не выше, не заберусь. Так, да, нет. Все так же. Сейчас заберу. Нет, я смогу, ребят. Нет, я смогу. Так, мне надо тактика какая-нибудь. Так, может, как-то от тебя. О, привет. У меня есть лайфхак. Так, сейчас вот так вот мы забираемся. Так, ну-ка, на эту штукенцию. Опа. Пока. Куда? Какой пока? Нет. Ты куда? Я улетел. Блин, ребята, ладно. Я остаюсь на 40-й, получается, ступеньки. Ой, какой 40-й? Я остаюсь на 30-й ступеньке. Получается, ребята, эти SCP-персонажи не могут выше забраться. И, ребят, давайте подведем итоги сегодняшнего ролика. Ну что, ребята, мы уже посмотрели итоги сегодняшней серии. И получается, сегодня первое место занимает пирамидоголовый, забравшийся на 40-ю ступеньку. На втором же месте у нас, ребята, вот эти вот SCP-персонажи. Они забрались на 30-ю ступеньку. И третье, ребята, последнее место занимает старый детектив и вот такая вот фигня. Они, ребят, забрались на 25-ю ступеньку. Кстати, вот этого персонажа можете написать в комментариях, как он вообще называется. И, ребят, получается, данный ролик у нас подходит к концу. Если вам он понравился, рвался, влепите ему лайк, подпишитесь на мой канал, сделайте красную кнопочку подписаться серой. А также, ребят, не забываем подписываться на моего друга Леху Жела. Ссылка будет на него в описании. Всем пока, народ! Всем пока, чуваки!